Rainbow English, учебник, 4 класс, Unit 4, Step 1, упражнение номер 5. Нам нужно познакомиться с новыми словами, выражениями, то есть мы читаем и переводим. Эй, сами слова. Before, удлиненный О, видим, да, в транскрипции, значит до. Blackboard, доска, ну, в смысле классная доска, на которой мы мелом пишем. Класс. Это или же класс, в смысле группа учеников, или же это урок. Так что вот не забудьте именно про второй вариант перевода, потому что многие как бы привыкли, да, что мы сидели в классе, думают, что и по-английски класс – это вот этот вот класс, которая классная комната. На самом деле это именно группа учащихся, или же это вообще переводим как урок. А вот classroom, вот это и есть наш класс, то есть классная комната. Видите, добавляется слово комната, вот это вот как раз само помещение. Give, глагол давать. Plant, удлиненный А в серединке, растение. Put, класть или что-то ставить. Windowsill, подоконник. И теперь фразы. Before, до. Before breakfast. Кстати, до или перед, да, то есть у нас тоже аналог его синоним. Before breakfast, до завтрака или перед завтраком. Before lunch, до обеда. Before our lessons, до наших уроков или перед нашими уроками. I usually run in the park before lessons. Я обычно бегаю в парке до уроков или перед уроками. Blackboard, blackboards, доска, доски, ну классные доски, да, имеется в виду. A green blackboard, зеленая доска. A white blackboard, белая доска. A long blackboard, длинная доска. On the blackboard, на доске. At the blackboard, возле доски. Давайте я вам, кстати, это дело отмечу. Обратите внимание на предлоги. On the blackboard – это значит на доске. Ну, птица нарисована, да, например, или там цифры записаны на доске. А at the blackboard – ученик стоит at the blackboard, да, возле доски. Или, не знаю, фикус какой-то стоит у доски, около доски. Вот это вот уже будет at. John, go to the blackboard. John, подойди к доске или иди к доске. Далее, class, classes, класс имеется в виду, опять же напомню, группа учащихся, или урок, classes, то есть классы, или уроки, a big class, то есть тут по смыслу вы должны просто понимать, о чем же все-таки они говорят, если большой, то это же имеется в виду группа учащихся, да, то есть большой, там, пятый Б, и так далее, большой класс, an English class, а вот здесь вот урок английского. After classes. Тоже это имеется в виду уроки. После уроков. Before classes. Перед уроками. I like my class. Мне нравится мой... Вот здесь имеется в виду класс, который там 4 В, да, например. We have 12 boys and 10 girls in our class. Мы имеем, или у нас есть 12 мальчиков и 10 девочек в нашем классе. Опять же, имеется в виду группа учащихся. Where do you usually go after classes? Куда ты обычно идешь после уроков? Classroom, classrooms. Это уже сама классная комната или классные комнаты, то есть классы, да, сокращенно. In the classroom, в классе. Go to the classroom. Идти в класс. Is this your classroom? Это твоя классная комната. Или это твой класс. We always meet in our classroom in the morning. Мы всегда встречаемся в нашем классе утром. Give. Давать. А gives – это когда в present simple у вас там есть вариант добавление окончания s. Give me, дай мне. Give him, дай ему. Give us, дай нам. Mom gives us milk in the evening.
Мама дает нам молоко вечером. Give these flowers to your teacher. Дай эти цветы твоему учителю. Can you give them your pens? Можешь дать им твои ручки. Plant – растение. Plants – растения. A beautiful plant – красивое растение. Plants in pots – растения в горшочках. Plants in the classroom – растения в классе. Do you have plants in the classroom? Ты имеешь, или лучше сказать, у тебя есть растения в классе? Yes, we do. We have a lot. Да, у нас их много. Ну, имеется в виду, мы имеем много их. Put. Ставить или класть. Put то же самое в present simple, если мы добавим окончание s. Put it down. Имеется в виду, поставь что-то там это вниз. Put the book on the table. Положи книгу на стол. Put the plant on the floor. Поставь растение на пол. Put the toys on the shelf. Положи игрушки на полку. Don't put the carpet in the hall. Не клади ковер, тут можно сказать, в прихожей или в зале. Тут тоже разные варианты перевода. Windowsill – один подоконник. Windowsills – подоконники. A wide windowsill – широкий подоконник. On the windowsill – на подоконнике. What can you see on the windowsill? Что ты видишь или что ты можешь увидеть на подоконнике? –